Это вторая часть видео, как играть в ММО на примере WoW на англоязычных серверах. В общем, все так же переводим, только намного более комфортно. Значит, для WoW скачиваем аддон. Для Лич Кинга это все тот же Прат, а для Ванилы он называется Шагу Копи. В видео будет название. Для Windows скачиваем программу. Реверса, программа реверса с сайта реверса контекст. Суть заключается в том, что когда мы нажимаем на иконку в чате, мы фразу переводим двойным нажатием копии. Ну, то есть, как бы мы нажимаем Ctrl, Cut, Cut, то есть быстренько два раза букву C, и, соответственно, эта фраза открывается в этой программе. Программе реверса. Ну, отличие заключается в том, что мы теперь копируем и фразу, и не то чтобы открываем браузер и Google переводчик, а фраза сама переводится в программе.